heaven on earth. Дорогие телезрители со всего мира, мы приветствуем вас из столицы Южной Африки. Для нас огромная честь и привилегия приносить вам Слово Божие. Я хочу напомнить вам, что 2020 будет для вас прекрасным годом, и следующая глава вашей жизни будет лучшей главой вашей жизни во имя Иисуса Христа. Итак, 22-й Псалом. Прочитаю вам с первого стиха. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитцах и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, каким бы ни был период моей жизни, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Когда я под атакой, я не стану убегать, поджав хвост. Меня ждет трапеза. Если я говорю о вас, скажите на это аминь. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Давайте вместе скажем: «Чаша моя преисполнена». Аминь. «Я пребуду в доме Господнем многие дни». И затем Евангелие от Иоанна 10:10. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Кто этот вор? Сатана, иначе называемый дьяволом. Вор — это сатана. Аминь. Итак, кто приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить? Это сатана. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проходить кризис, не говорите, что это Бог пытается преподать вам урок. Это не Бог приходит, чтобы украсть и погубить. Но мы будем говорить о Боге сегодня как о добром пастыре. Не о том, кто добр лишь иногда, а в другие моменты зол. Бог благ всегда. Послание Иакова, 1 глава. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Отца Светов, в котором нет изменения и ни тени перемены». Книга Малахии, 3 глава. 6 стих. «Я Господь Бог ваш, и я не изменяюсь». Когда богатый юноша обратился к Иисусу: «Господь благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал: «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме Бога. Скажите: Бог благ». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». «Я пришел для чего?» Речь тут об Иисусе. «Чтобы вы имели жизнь». Это жизнь Зои, жизнь от Бога. «И чтобы вы имели жизнь с избытком». Поэтому если вы сегодня находитесь в пустыне, Бог желает вывести вас через нее и из нее. Если вы в долине, Бог желает провести вас, чтобы вы вышли из долины. Аминь. И Он говорит: «Я есмь пастырь добрый». «Я добрый пастырь». «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Наемнику дела нет до овец, но доброму пастырю есть дело до вас. Когда вы спрашиваете: «Бог, неужели тебе дела нет до моей ситуации?» Поверьте, ему не все равно. Он позаботится о вас. Мы продолжаем говорить о том, что Бог сделает новую страницу вашей жизни лучшей, чем предыдущие. И то, что горько, Он превратит в сладость. Бог выводит вас из меры в Елим, из земли рабства через землю, где как раз достаточно, в землю, где больше, чем достаточно, и духовно, и душевно, и телесно, и финансовым. Недостаток — это не воля Божия в любой из сфер вашей жизни. Думаю, что к концу служения вы уже точно осознаете все.
все это, потому что с Библией не поспоришь. Она полна добрых вестей. Евангелие означает «добрая новость», то есть эта новость должна вас обрадовать. Итак, он говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Аминь. «Мои овцы знают меня. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною». Эй, вообще-то я здесь пастырь. Ты не пастырь, так что приведи моих овец ко мне. А ну за мною. Не смотрите вы на него. Это наемник. Посмотрите, как они похожи на христиан. Голоса пастыря не слышат, не следуют за ним. Так бродят, где хотят. О, хорошая овечка. Правильно следуешь. Пребывай в мире. Остановитесь, овцы. Так. Молодчина. Итак, я хочу поговорить с вами сегодня об Иисусе. О вашем добром пастыре. Обратите внимание, в этом месте Писания он дважды говорит: «Я пастырь добрый». Книга Иеремии, 29 глава, 11 стих. Бог говорит: «Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Уясните для себя, что план Божий для вас всегда благой. Что бы вы ни натворили в прошлом, сколько бы раз вы ни падали, вы снова можете встать, и Бог превратит ваши ошибки в чудеса, трагедию в триумф. Потому что Бог ведет вас на злачные пажити, водит вас к водам тихим, водит вас на пути правды ради имени Своего. Бог готовит перед вами трапезу в присутствии ваших врагов. Бог говорит: благость и милость да сопровождают вас во все дни жизни, что бы вы ни сделали. Все это благодаря тому, что совершил Он. Слава Ему! Итак, ваш добрый пастырь пришел для того, чтобы дать вам жизнь с избытком. Это означает жизнь лучшего качества. Жизнь в избытке, превышающую по количеству на уровне духа, души и тела. Недостаток не есть план Божий в вашей жизни. Бог не желает, чтобы вам не хватало мира и покоя, не хватало радости, отношений и дружбы. Если вы как пара молитесь о том, чтобы иметь ребенка, Бог обещает убрать из вашего чрева бесплодие. Бог обещает благословить ваш хлеб и воду. Бог обещает благословить вас телесно и удалить всякую немощь и болезнь. Бог вел по пустыне 3 миллиона человек, и не было никого из них болящего. Он позаботится и о вас. Он добрый пастырь. Добрый пастырь знает, как позаботиться о своих овцах. Аминь. Он пришел, чтобы вас вести и направлять. Аллилуйя. Он желает ввести вас в его план. Его план включает ваше обеспечение. Он открылся нам как Бог наш пастырь, Яхве Раах. В Бытии, 22 главе, он открылся как Яхве Ире, Господь, который обеспечит, усмотрит. И также мы знаем, что он Бог Эл-Шаддай. Сегодня вы все часть иллюстрации к проповеди. Все вы овцы, но не видите себя как овцы. Не отвлекайтесь. Внимательно слушайте пастыря, потому что вы говорите, что любите Иисуса, а сами идете, куда вам стукнет в голову. Вы просто смотрите во все стороны. Не будьте такими. Овцы нуждаются в четком руководстве, куда им идти. Если вы пастор, помогите вашим овцам идти в нужном направлении, чтобы они не бегали за какими-то новыми пророками. Бе-бе. Пророк говорит: возможно, на вас родовое проклятие. А вы в ответ говорите только: бе-да-бе. Вы должны знать, кто ваш добрый пастырь. И что он сделал для вас, придя на землю? Он отдал свою жизнь за вас. 2000 лет назад он искупил вас от проклятия закона, чтобы вы могли иметь благословенную жизнь. Все остальные всего лишь наемники. Я ваш пастор, но я не тот самый добрый пастырь. Вы должны следовать за Иисусом, а не быть фанатом служителей в соцсетях. Вы фанат или последователь Иисуса Христа. Не превозносите людей, но только Иисуса. Он единственный путь, истина и жизнь. Давайте вместе превознесем имя Иисуса. Аллилуйя.
Потому что когда вы во тьме, Он есть свет. На ближайшие 5 лет нам понадобится много света. В 10 главе Евангелия от Иоанна Библия называет его добрым пастырем, тем, кто заботится о своих овцах. Он печется о своих. Если вы его не знаете, вы не знаете, как именно он печется, мы поговорим об этом. Как следовать Божьему плану для нашей жизни? 22-й псалом начинается со слов «Господь, пастырь мой, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться». Из-за того, что Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Весь псалом говорит о том, что все эти благословения — последствия того, что Он мой пастырь. Я следую за Ним, а не за своим планом. Я не слушаю сомнения или страх. Я слушаюсь голоса моего доброго пастыря. Он заботится обо мне. Он отдал свою жизнь за овец. Он обеспечивает овец и ведет их на злачные пажицы. Я за пророков и апостолов, но я не поддерживаю теологию замещения. Я ее презираю. Я презираю теологию, в которой люди зависят от человека, а не от Господа Иисуса Христа. Иисус спас вас. И вам не нужны посредники, чтобы приходить к Иисусу. Он дал вам Дух Святой, чтобы ввести вас в прекрасные планы Бога для вас. Скажите на это аминь. Если вам всегда нужно слово от кого-то, то вы не знаете голоса пастыря. У вас нет пастыря. В Африке много людей без пастыря. Они бегают всюду, ища слово. Нужно искать пастыря. И найдя его, вы найдете, что его руки простерты к вам. Вы обретете обеспечение от него, когда последуете за ним. Итак, две основные функции пастыря. Где же мои овцы? Я должен сейчас показать вам, что делает настоящий и добрый пастырь. Аминь. Аминь. Ну что же, посмотрим на моих овечек. Ко мне давайте ближе. Идите. Итак, где это вы были в прошлое воскресенье? «Я ожидал, что вы уединитесь и проведете со мной время», — говорит ваш пастырь. «Я смотрел, что вы положите в сокровищницу, но вы удержали даяние. Я ждал, что вы окажете помощь человеку, но вы отвернулись от нуждающегося. Потому что нам легче следовать формулам, чем строить отношения. Мы приходим в воскресенье в церковь, как неуправляемая толпа. Мы блуждаем глазами. Мы думаем, что наша задача просто перечислить, что мы от него хотим, и вернуться к нашей жизни. Библия говорит, что мы подобны овцам, каждый идет в своем направлении. Но Бог, пастырь и блюститель душ наших, пришел, чтобы направить нас в свою волю и в свой план для нашей жизни». Скажите на это аминь. Итак, две основные функции пастыря, так же, как и функции отца — защищать и обеспечивать. Ответственность пастыря — защищать и обеспечивать. А овцы просто должны следовать за ним, как он защищает, с помощью жезла и посоха, которые символизируют Слово и Дух Святой. Он ведет вас так, чтобы вам миновать опасности. Он направляет вас в место вашего обеспечения. Он ведет вас, и через это Он вас защищает и обеспечивает. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Я хочу убедиться, что я нахожусь в воле Божьей. Там безопасно даже посреди шторма. В какой бы темнице, проблеме или горькой ситуации я ни находился, я знаю, что мой добрый пастырь знает, как меня защитить, как обеспечить меня. Я знаю, он никогда меня не оставит и не покинет. Потому что покинуть может наемник, но не Иисус. Мы можем смело сказать, «Господь мне помощник, я не убоюсь, что сделает мне человек, и я доверяю свое будущее Богу, потому что он мой пастырь». Во-первых, Он знает меня, во-вторых, я знаю Его. Он знает нас, но многие из нас не знают Его. Мы знаем о Нем.
Мы знаем формулу, знаем, что говорит проповедник, знаем, в чем состоит наша философия. Но мы не познаем Его самого. Мы всегда будем задаваться вопросом, в чем состоит воля Божия и Его намерение для нас. Вера — это не формула. Вера — это доверие, когда мы полагаемся и зависим от благодати Божией. Мы верим, что когда, кажется, все вышло из-под контроля, у Бога все под контролем. Вера не действует в полном отсутствии сомнений. Она действует из-за того, что у вас есть сомнения. Но вы выбираете верить. Притча 3 глава. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Это путь доверия. Когда мы полагаемся на личность Иисуса Христа, Иисус никогда не должен быть между прочим. Он должен быть в центре нашей молитвы. Он в самом центре. Он пастырь. Иисус — Спаситель. Он путь, истина и жизнь. Иисус — источник мудрости. Без Иисуса нет жизни, нет познания. И без Него мы не знаем, куда нам идти. Он не просто историческая религиозная личность, которая ходила по этой земле 2000 лет тому назад. Он ваш добрый пастырь. Он желает иметь с вами отношения. Он хочет лично вести вас на свои пути правды. Воздайте славу нашему Господу Иисусу Христу. Дай пять своему соседу и скажи: «Он твой пастырь». Ваш добрый пастырь желает вести вас. Он направляет вас на пути праведности ради имени Своего. Когда я прохожу в жизни проблемы, на кону не моя репутация. Когда я совершаю ошибку, на кону не моя репутация. Он единственный, кто может провести меня через это. Мои эмоции не помогут. Поэтому нам нужно оставить всякую горечь и боль в мере, чтобы мы могли пройти к источнику Елим, вместо благословения и вечного обеспечения. Двигайтесь вслед за пастырем. Вслед за столпом облачным и столпом огненным. Поэтому в Ветхом Завете, а мы с вами находимся в Новом, лучшем Завете с Богом, Бог говорил им: «Я Бог ваш, Искупитель ваш, научающий вас через пророков, наставляющих вас, куда вам идти, жезлом и посохом, через Слово и Дух». Люди хотят исполнять христианские ритуалы, не открывая Библию. Они слушают самых разных проповедников, которые больше не используют Библию. Их задача — говорить. Но просто слова — это путь в никуда. Вам нужно Божье Слово. Оно превознесено над Его именем. Его Слово испытано во всех испытаниях и скорбях на протяжении веков. Любое испытание, которое вы проходите, кто-то до вас уже проходил. Они прошли это успешно и не выгорели. Поэтому не думайте, что такое случается только у вас. Нет? О, непослушные овечки! Вы напоминаете мне моих детей, когда им было 2 года. Надо было им сделать более зрелые лица. Послание к Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Здесь «сын» означает «зрелый». Водимые Духом — зрелые, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в рабстве, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Вы приняты в Божию семью, в семью Отца. А Иисус — ваш пастырь. Аминь. Если вы не следуете за Иисусом, тогда за кем? За крутым чуваком, который обещал вам золотые горы? У него хриплый голос и низкое сидение. Он напевает: «Однажды, малышка, мы поженимся». Но потом он куда-то исчезает.
Но, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Мне будет хватать и любви, и мира, и радости, и счастья. Все это будет у меня в достатке. У меня будет хватать мудрости, будет достаточно смелости и силы, и всякого обеспечения, потому что Господь мой пастырь. И у меня будет достаточно сил, потому что, когда я слаб, в нем я силен. Потому что сила Божия совершается в моей немощи. Благодать Его довольна для меня. Я ни в чем не буду нуждаться, Господь, пастырь мой. Я не живу, как вечно нуждающийся. Сейчас многие все время жалуются. «О, все так плохо. Мне нужен бойфренд. У тебя и так за этот год было 5 парней. А год ведь только начался. Так что успокойся. Мне нужна работа». Сначала будь счастлив, имея то, что имеешь. Если не можешь благодарить Бога сейчас, то и потом забудешь поблагодарить Его за ответ. Будь доволен уже сейчас. Ваше счастье не должно зависеть от обстоятельств. Имея пропитание и одежду, будем довольны. Итак, когда мы говорим о... Не хочу называть это процветанием, потому что это слово извратили, превратили в материализм. Я против материализма на 1000000%. Я против любой формы благословения без ответственности перед бедными. Я против развлекательных проповедей, в которых людей не учат ответственности. Я против такого учения. Иисус пришел не для того, чтобы вы просто хорошо провели время, и чтобы у вас на коже выступили мурашки. Он пришел, чтобы благословить вас, чтобы вы стали благословением для других, чтобы вы были рекой, а не бассейном. Африке нужны реки. Когда у человека миллиард, но ему мало, он хочет еще, и для этого он готов уничтожить сотни людей. Он эксплуатирует бедных. Я понимаю принципы бизнеса, но я не хочу достичь вершины, собирая скелеты в шкафу. Успех в бизнесе — это не перехитрить всех, но помогать людям подняться. Ведь мы христиане, и Бог вознаградит вас. Не ройте яму другому, не подставляйте ближнего. Я хочу ясно выразиться. Что касается финансового благословения, я верю, что Бог желает вас благословить. Библия говорит, благословение Господне обогащает. Но с богатством приходит ответственность. Кому много дано, с того много спросится. Так говорит Библия. Аминь. Большие богатства — большая ответственность, а небольшая надменность. Если вы просите Бога обильно благословить вас финансово, вы должны понимать, что Бог желает использовать вас в утверждении Его Царства, помогать бедным, помогать сиротам и вдовам. Бога не впечатлить счетом в банке, а некоторые люди могут похвастаться только деньгами. Я знаю людей, у которых ничего нет, но они благословенны. И их награда на небесах будет гораздо больше, чем у тех, у кого много всего, но они никому не помогают. Христианин должен жить для других. Дома и богатство — это ваше наследие. Я понимаю, что каждый хочет оставить детям хорошее наследство, но приходит момент, когда вы уже достаточно накопили для детей и внуков, и пора стать рекой, финансировать Божье Царство, помогать людям, вдохновлять их. И тогда вы — пример доброго пастыря. Зачем вам столько брендовой одежды? Было время, когда духовность человека измерялась по тому, носит человек брендовую одежду или нет. Меня от этого просто тошнит. Послушайте, многие хотят больше и больше. Но вы должны понять, что Бог желает вести вас в землю, где больше, чем достаточно для того, чтобы вы могли исполнить цель для Божьего Царства. Не забудьте Господа Бога вашего, который даровал вам все это, а даровал для чего? Чтобы вся земля наполнилась славой Божией, чтобы вы стали частью Божьего искупительного плана, ради которого Иисус умер на кресте. Это и есть благая весть нищим.
Если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите: «Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты послал Своего единственного Сына, Иисуса Христа, умереть на кресте за все мои грехи. Я верю сегодня, что Иисус воскрес в третий день, и я приглашаю Тебя, Иисус, войти и жить внутри меня. И я прошу Тебя простить все мои грехи и очистить меня. Очисти меня». И я благодарю Тебя, что, начиная с сегодняшнего дня, я новое творение. Спасибо Тебе, что мое прошлое забыто. И с сегодняшнего дня я начинаю думать о том лучшем, что Ты имеешь для меня. И я люблю Тебя, Иисус. Ты мой Царь. Ты мой Господь. Ты мой Спаситель. Ты мой Небесный Отец. И весь народ Божий да скажет: «Аминь». Спасибо, пастор Эд, за динамичное послание. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, заходите на наш сайт. Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам. Мы строим одну церковь в разных местах. Это все на сегодня. Если вас благословило это послание, и вы хотите сделать финансовое пожертвование на распространение Евангелия, то воспользуйтесь информацией, которую видите на экране. Вы держитесь за эту боль, которая влияет на ваше поведение. Отпустите ее. Отпустите. Вы должны прийти к Богу и позволить Ему исцелить ваше разбитое сердце. Позвольте Иисусу вырвать вас из этого плена и исцелить вас раз и навсегда. Во имя Иисуса скажите врагу: «Ты замышлял это во зло. Бог обратил это во благо мне. Я на правильном месте. Аллилуйя! Потому что мое предназначение в Божьих руках. Дьявол, не тебе определять, кем я стану. Я не буду реагировать, но буду отвечать во имя Господа Иисуса». Я буду благословлять, а не проклинать. Я подставлю другую щеку. Я благословлю врага во имя Иисуса. Вы знаете, что альбом служения «Пробуждение» для Его славы уже в продаже. Вы услышите такие чудесные песни, как «Сделан целостным». Эта песня стала лучшей песней «Госпел» в Южной Африке на прошлой неделе. Не оставайтесь в стороне. Приобретайте альбом для Его славы всего за 130 рендов.